Мечты сбываются. Школьникам Кустанайского района вручили новогодние подарки от имени президента страны Касым-Жомарта Токаева. Президента в преддверии праздника удостоились ученицы, которые отличились успехами в учебе. Подробности в нашем следующем материале. Елордамыз Астана, Астанамыз Баскала, еліміздің бірлігі, жеріміздің кіндігі. Астанамыз жас қала, жас та болса Баскала. Для второклассницы Амины сегодня особенный день. Улыбка просто не сходит с ее лица. А все потому, что школьница в числе тех, кто в преддверии Нового года получает подарки от имени президента страны. В письме главе государства девочка написала о своей заветной мечте. Это кукла Бэби Борн. В этом году дети из со всего Казахстана написали письма главе государства с просьбой исполнить их желание, их мечту. В нашем районе таких детей оказалось двое, которые написали письмо. И сегодня мы подарим от имени главы государства подарки, сладкие кульки и фрукты. Наши девочки написали, что они хотят куклы Бэби Борн, они так называются, которые разговаривают, плачут, их можно кормить, укладывать спать. И мы нашли таких кукол. Подарком от имени президента дети безмерно рады. По словам родителей, это прекрасная возможность отметить заслуги детей в учебе перед наступающим Новым годом. В преддверии Нового года, естественно, и взрослые, и дети, мы все в предвкушении праздника. И даже несмотря на то, что мы взрослые, мы тоже загадываем желание вместе с детьми. Амина у меня учится во втором классе в школе-гимназии имени Нуржана Нушабаева, города Тобыл. Учится она отлично, закончили вот полугодие. И она написала письмо президенту, и сегодня ее мечта сбывается. Ребенок, хочется, чтобы детство продлилось дольше, хочется, чтобы детство было счастливым. Долгожданные подарки детям вручил аким Кустанайского района. Он поздравил с наступающим Новым годом как самих школьников, так и их родителей. По словам Берика Танжары, в таком формате детей поздравляют впервые. Сегодня нам выпала честь поздравить детей, которые написали письмо Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву, главе государства. Сегодня он особо их отметил, поздравил, исполнил их желание. Девчата молодцы, хорошо учатся. Поздравили их, пожелали им успехов, счастья, здоровья, благополучия, ну и, конечно же, успехов в учебе. Районная елка у нас прошла. Мы также отметили одаренных детей, которые по нашему району охватили все округа, пригласили детей, поздравили, отметили. Хочется, чтобы каждый ребенок, каждому ребенку в этот праздник исполнились его заветные мечты, желания. Ну и чтобы каждый ребенок был здоров, любил свою маму, родителей. Новый год – это пора исполнения заветных мечт и желаний. А их у маленьких жителей Кустанайского района немало. Как отмечают в акимате, в дальнейшем мероприятие планируют превратить в добрую традицию. Ламжана Манкильдинова, Диара Ахметшин, телеканал «Кустанай».